привет! Сегодня без лишних разговоров покажу вам рецепты матирующего, увлажняющего крема для лица. Он подойдет для жирной и склонной к жирности комбинированной кожи. И первым компонентом будет растительное масло семян фиников. Это сухое масло, оно очень быстро впитывается, не оставляет на коже жирной пленки. Идеально подходит для обезвоженной кожи. Также отлично сохраняет влагу и у него очень сильные антиоксидантные и заживляющие свойства. Для крема мне нужно 20% этого масла, я отмеряю его в миску. Следующий компонент – это эмульгатор Olivum 1000. Этот эмульгатор сделан на основе оливкового масла. Он дает легкую, с хорошей впитываемостью эмульсию и хорошо смягчает кожу. Эмульгатору нужно 6%, я добавляю его к маслу. В другой емкости я буду отмерять водную фазу. Сначала будет дистиллированная вода, ее мне нужно 36,4%, а потом туда же добавляю 30% гидролата дамасской розы. Он увлажняет кожу, повышает эластичность кожи, нормализует работу сальных желез, улучшает цвет кожи и сужает поры. К водной фазе я добавлю порошок корня маранты. Он будет матировать кожу и убирать ненужный блеск. Его мне нужно 1% и добавляю его к воде. Теперь обе емкости идут на водяную баню для того, чтобы принять однородный вид. Порошок растворился в воде, эмульгатор стал одним целым с маслом. Теперь я аккуратно вливаю воду в масло и активно перемешиваю до получения кремовой эмульсии. Я перестаю мешать, как только крем остыл и стал плотным и гладким. И теперь можно добавлять активные компоненты. Первым таким компонентом будет маточное молочко. Оно стимулирует синтез коллагена и регенерацию кожи. Также является омолаживающим и увлажняющим активом. Его я добавлю 2% и очень хорошо перемешаю. Следующим активом будет 3% комплекса интенсивного увлажнения. Этот актив содержит в себе несколько взаимодополняющих друг друга компонентов для поддержания природного водного баланса кожи, а также для дополнительного увлажнения. Он помогает сохранить мягкость и эластичность кожи. Я его добавляю и очень хорошо перемешиваю. Теперь я своему крему придам немножко теплоты и красок и добавлю в него натуральный, безопасный, одобренный для органической косметики ароматизатор. И я выбрала янтарно-ванильный аромат. В осенние дни это то, что нужно. Это очень сложный, восточный, женственный, сладкий, роскошный аромат. Такой же изысканный и теплый, как камни благородного янтаря. Я его добавлю 1% и снова все очень хорошо перемешаю. Ну и в финале 0,6% консерванта Natixide. Он природного происхождения, сохранит крем до 3 месяцев. Он обладает легким ванильным миндальным ароматом, что тоже очень приятно. Снова все очень хорошо тщательно перемешиваю. И перекладываю готовый нежный, очень женственный и теплый крем в баночку. Этот крем быстро впитывается, не оставляет на коже жирной пленки. Плюс ко всему убирает лишний блеск с кожи. На этом все. Я желаю вам тепла и красоты этой осенью. До новых встреч. Пока.